Здравствуйте, уважаемые телезрители. Телеканал 7ТВ продолжает отслеживать судьбу Кубка Англии. И в сегодняшнем обзоре мы увидим фрагменты из всех четырех матчей, сыгранных накануне в уикенд. Участников этих поединков вы видите на своих экранах. Ну а начинаем мы со встречи с участием клуба первого дивизиона Бернли и представителя премьер-лиги лондонского клуба Фулхэма. Дело в том, что на 1/8 финала Кубка Англии на этой стадии команды так и не выявили победителя, и поэтому по регламенту Кубка Англии пришлось прибегнуть к переигровке, которая состоялась на стадионе клуба Бернли. И, наверное, к неожиданности лондонских фанов, встреча эта закончилась крупной победой футболистов из первого дивизиона. Ну а Фулхэм ничего не смог противопоставить команде, которая сейчас является середнячком первой английской лиги. Счет матча был открыт после того, как Тейлор на втором этаже оказался сильнее соперников. На этом футболисты Бернли не остановились и очень быстро укрепили свой успех. Благодаря ошибке голкипера Фулхэма на выходе счет удвоил Му. Но и на этом клуб первого дивизиона Бернли не остановился. Во втором тайме после розыгрыша углового Дриса Диалло подвел итог поражению Фулхэма со счетом 3-0. И Бернли выходит в 1/4 финала Кубка Англии. Арсенал и Челси получился самым зрелищным поединком минувшего тура в Кубке Англии. Выступали две лондонские команды, и всегда матчи с участием этих клубов проходят в бескомпромиссной борьбе. В первом тайме практически не было зафиксировано ни одной остановки игры. Матч проходил на сумасшедших скоростях. Однако, вопреки, может быть, ожидаемому сценарию, счет здесь открыли гости. Уже на 3-й минуте Джон Терри после передачи Еспера Гронкьяера выводит вперед Челси. И этот гол, можно сказать, деморализовал подопечных Арсена Венгера. Долго они не могли прийти в себя. И лишь в середине первого тайма игра стала выправляться. И даже Арсенал мог забить с пенальти после того, как нырнул в штрафной площадке Фрэнсис Джефферс, футболист, игравший в этом матче с первых минут. Карло Гудичини в итоге получил еще и желтую карточку за то, что отстаивал свою правоту перед рефери Полом Деркином. Здесь четко видно, что, конечно же, Джефферс начал падать гораздо раньше контакта с Карло Гудичини. Однако Тьерри Анри не забивает этот пенальти, и Гудичини тем самым отстаивает свою правоту. Тем не менее, преимущество Челси держалось впоследствии недолго. И на 37-й минуте все тот же Джефферс на этот раз забил по всем правилам, избежал симуляции. Ну а перед этим атаку пытался завершить шведский футболист Фредерик Юмберг. И на 37-й минуте Арсенал сравнивает счет. Видимо, футболисты Челси слишком рано поверили в то, что возможно уйти в раздевалку при ничейном результате. И Тьерри Анри наказал их за это мнение. На 45-й минуте француз провел великолепнейший гол. Обыграл голкипера, находясь спиной Карло Гудичини. И Арсен Венгер вместе со своими подопечными ушли в раздевалку при поднятом настроении. После перерыва был сделан ряд замен в составе Челси. Также с поля ушел Тьерри Анри у Арсенала. И, видимо, это обстоятельство сыграло не последнюю роль, поскольку за 6 минут до финального свистка Фрэнк Лэмпард в результате розыгрыша стандартного положения сравнивает счет, ничья 2-2. А следовательно, судьба этой пары, судьба ее победителя решится в ответном матче, который состоится на Стэмфорд-Бридж, там же в Лондоне. В следующей паре принимали участие две команды из Йоркшира, Шеффилд Юнайтед, выступающий в первом дивизионе, и Лидс, представитель премьер-лиги.
Несмотря на то, что Лидс очень прилично провел предыдущий матч с Манчестер Юнайтед, несмотря на негативный для йоркширцев результат, в Кубке Англии подопечные Терри Венеблс явно не собирались выкладываться, рассчитывали на какую-то разовую удачу и в итоге поплатились, причем поплатились по игре в полной логике с тем, что происходило на поле. Единственный мяч в этой встрече хозяева провели за 12 минут до ее окончания, чему предшествовал розыгрыш стандартного положения. Ну а этот самый единственный гол провел Стив Кабба на 78-й минуте вот таким простым ударом, застав врасплох оборону Лидса, которая в этом матче не выдерживала никакой критики, как и все остальные линии в команде Терри Венеблса. И Шеффилд Юнайтед выходит в полуфинал Кубка Англии. В следующей паре отношения выясняли клубы из первого дивизиона, Уотфорд и Бернли. И здесь в целом была зафиксирована примерно равная игра, однако все-таки сильнее оказались хозяева поля, и итог матча был решен лишь в концовке второго тайма. На 74-й минуте вывел вперед хозяев Томми Смит. Одну атаку во втором тайме, результативную провели хозяева. Были нарушены правила на подступах штрафной против Хейдера Хельгуссона, футболиста из Исландии. И Уотфорд удвоил свое преимущество за 10 минут до окончания встречи благодаря грамотно исполненному стандартному положению. Бил в этом эпизоде Стефан Гласс. И тем самым перехитрил не только стенку, но и голкипера, который все-таки рассчитывал на то, что удар будет в дальний от него угол. Уже попятился в эту сторону, однако Гласс пробил в противоположную от вратаря Бернли девятку. 2-0, Уотфорд также в полуфинале. И последняя пара сегодняшнего обзора – это встреча с участием Саутгемптона и Вулверхэмптона. Саутгемптон, как всегда, вышел в неизменном составе. По своей стабильности состав Саутгемптона может быть примером для остальных команд премьер-лиги. И здесь, как всегда, присутствовали все сильнейшие. Уже если Саутгемптон не пробьется в Еврокубке, то такая возможность у него появится благодаря Кубку Англии. Счет матча был открыт во втором тайме. На 56-й минуте очень странный удар вышел у Криса Марсдена. Странно именно тем, что никто из футболистов, находящихся в секторе ворот, куда пробил англичанин, не ожидал появление там мяча, и очень легко гости пропустили. Ну а второй мяч стал авторством капитана Вулверхэмптона Пола Батлера на 81-й минуте. И Саутгемптон одержал уверенную победу, хотя и Вулверхэмптон показал многое, на что он способен в этом матче. Итак, на ваших экранах результаты 1/4 Кубка Англии. Единственная переигровка состоится с участием Арсенала и Челси. Ну а в остальных парах уже выявлены победители. Это Шеффилд Юнайтед, Саутгемптон и Уотфорд. На этом я, Дмитрий Дуличенко, с вами прощаюсь. До встречи в следующем обзоре Кубка и Чемпионата Англии.